вечер. Добрый вечер, дорогие любители математики. Наша передача «Алгебраические комедии» снова в эфире. Почему я говорю шепотом? Потому что сейчас у нас сдают зачет. Все ребята, почти все, сидят по парам, целых 4 человека. Остальные мы будем решать задачу. Ну а теперь я перехожу в полный голос. Будем доказывать, что 2 равно 3. 4 вычесть 10, тот же способ. 4 вычесть 10 и 9 минус 15 – это истинное равенство. Посчитайте. Давайте каждому из них прибавим одно и то же число. (6.1). Что такое четверка? Это 2 в квадрате. А 6.1? 6 × 4 – 24 плюс 1 – 25/4. Девятка – тройка в квадрате. Плюс 25/4. 25/4 – это 5/2 в квадрате. Верно? Это будет квадрат 2-го числа. Итак, квадрат 1-го числа – двоечка минус. Десятку заменим удвоенным произведением первого на второе. Второе число у нас будет 5/2 плюс 5/2 в квадрате. Проверим. Двойки сократятся. 2×5 – 10. Все сходится. Тройка в квадрате минус удвоенная. Первое – это тройка. На второе – 5/2 плюс 5/2 в квадрате. Проверяем. 3 в квадрате. Двойки сократятся. 3×5 – 15. Все сходится. А это 5/2 в квадрате. Квадрат первого числа минус удвоенный первый на второй плюс квадрат второго числа. Это квадрат разности. Квадрат первого минус удвоенный первый на второй плюс квадрат второго числа. Это квадрат разности. А если квадраты двух чисел равны, то и сами числа равны. 2 − 5/2 равняется 3 − 5/2. −5/2 уберем, и у нас остается 2 равно 3. Бог ты мой, математика перевернулась с головы на ноги, или наоборот, с ног на голову. Теперь жизнь пойдет совершенно другой. 2 миллиона – это 3 миллиона, а 3 миллиона – это 2 миллиона. Всем большой математический привет. Пойду переваривать эту информацию.